Игнатий, здравствуйте. Подожди минуточку. Сейчас я зажгу. Не предупредили, ничего. Заходите. Так. Что у меня тут есть? Так, минуточку. Мне надо тут все пристроить. Так. Значит, первый вопрос. У нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Ну, я хотел с вами лично переговорить. А лично не надо. Я не беру лично. Мне зачем? Это не на исповедь. Лично. А ты... куда в интернет выкладывается? Так, вы не против? Ну, я не хотел бы. Ну, когда разговор окончен, я отхожу. Если не хотите, я не буду. Спасибо вам. Мне нужен просто был ваш совет. Так, вы, значит, против? Я, значит, отхожу тогда. Хорошо, ладно, попозже перезвоню.